соблюдают чисто, скажем так, символически. То есть не очень так, скажем, по убеждению, сколько по традиции. Но чистый четверг — это как бы все вот, ну, по традиции, да, там умываются, то есть моются обязательно. То есть, ну, так-то каждый день моются, но это как бы особый такой случай. Девушка, я язычник. А еще в чистый четверг белым мелом, ну это раньше, сейчас так не делают, белым мелом рисовали кресты и считали, что таким образом они отгоняют злых духов. Купаться купаются? Пытаемся, да. Ну, каждый год, да. Встаем до рассвета, часа в 4, да, греем ванную и купаемся, обливаемся. Мне есть знакомые, которые соблюдают, но я моюсь, когда считаю нужным. Я не особо придерживаюсь, я не православная. Этот день считается как бы очищение от всего того, что было в течение года. Вот это я знаю. Что знает Лидия Никитична? Я атеист. Раньше делала, а сейчас не буду, нет настроения.